Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется зафиксированными 225 случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 45 случаев приходится на детей. При этом необходимо обратить внимание на то, что в процентном соотношении количество заболевших детей сегодня уже в течение двух последних недель остается достаточно высоким. В связи с чем хотелось бы обратить внимание на ответственность родителей за здоровье своих детей и, соответственно, за необходимость соблюдения тех требований, которые установлены органами государственной власти, органами местного самоуправления относительно ограничений и соблюдения этих ограничений при поведении детей во время режима повышенной готовности. У нас из 180 взрослых, которые заболели, 173 являются непривитыми гражданами. Это составляет 96%. В стационарах республики сегодня получают лечение 1138 пациентов. В состоянии средней тяжести находится 1046 человек. В тяжелом состоянии количество пациентов уменьшается, но их сегодня немного чуть меньше 192 человека. Из них 98%, 90 пациентов не являются привитыми. А в отделениях реанимации наши врачи борются за жизнь 13 крайне тяжелых больных. Наиболее напряженная ситуация по заболеваниям на настоящий момент фиксируется в следующих районах республики. В Нюрнгринском за сутки 32 новых случая, в Алданском 28, в Мирнинском 25, в Алекминском 11 и в Хангаласском 10. В основном все районы, которые я только что перечислила, безусловно, поставлены на контроль с точки зрения как соблюдения норм санитарно-эпидемиологического характера, так и с точки зрения достаточно для них характерно высокий уровень передвижения людей. Первым компонентом на настоящий момент в республике у нас привито 502 человека, 502 381 человек. А подобного рода вакцинация позволяет уже нам в 6 улусах республики не фиксировать в течение недели новых случаев коронавирусной инфекции. Это Алайховский, Анабарский, Авино-Батантайский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Абыйские улусы. Свыше 80% сегодня у нас провакцинировано в 8 районах – Абыйском, Алайховском, Верхнеколымском, Жиганском, Омском, Нижнеколымском и Среднеколымском. И, как отметил только что на оперативном штабе с районами республики, глава республики, 80% провакцинировано и в промышленном районе, в Ленском районе, что сказывается и, соответственно, и на количество находящихся на больничных койках больных. В Якутске у нас сегодня привито 73,8% взрослого населения. Меньше 60% у нас перепровакцинировано только в Чурапчинском районе. Ну, я думаю, что оперативный штаб Чурапчинского района примет все меры для того, чтобы дальше эту вакцинацию продолжить, чтобы сохранять здоровье населения, и в том числе наших якутян. Необходимо обратить внимание, что впереди новогодние праздники, в связи с чем для всех оперативных штабов глав муниципальных образований, с режимом повышенной готовности вводятся особые правила поведения, особые графики, напряженные работы. Ну и, соответственно, сегодня необходимо обратить внимание на то, что все новогодние праздники наши будут непосредственно осуществляться с соблюдением норм, которые установлены указом главы республики Саха-Якутия.